набирается каркасик, он крепится и наматывается. Можно. Только не толкай при работе. В основном 12, 16 и 24 миллиметровые питатели используются для установки микросхем, расселей и тому подобное. Дальше что? Дальше по она проходит зоны предварительного нагрева, плавления, охлаждения и выходит вот здесь. Здесь она в идеале тоже должна слаживаться. Вообще-то покупаем прессованные. Здесь просто запах сожа.